слышно. Это уже третья работа, которую осуществляют руководители младших классов и преподаватель Виктория Львовна Кова. Первая опера, детская опера, была поставлена еще силами нулевочных классов. Это опера «Где зимует осень» Абрамова. Через год была поставлена другим творческим составом, но тоже людьми очень горящими, любящими свое дело, нашими руководителями классными и музыковедом, музыкантом нашим, Виктория Львовна Кова. Была поставлена опера нашего харьковского композитора Владимира Птушкина «У лукоморья». И вот это третья работа. Какую цель преследуют постановщики этого спектакля? Эта работа создавалась вне аудиторных часов, вне традиционных форм школьного обучения. И здесь мы часто раскрываем на сцене наших ребят совершенно новые, неожиданные для нас качества. И очень полезна такая работа, ребята, и с точки зрения привыкания к сцене, и коллективности творчества. И с каким энтузиазмом они играют, уже не первый раз они исполняют это произведение, не показывали его в ДК «Пищевик», показывали здесь у нас на нашей сцене, сейчас уже третий раз. Эта опера написана композитором Павлом Гарсианом, называется она «Шапка с ушами» по известной сказке о Эрнесте Тумане. Oh.
совет, что не ел, что не смел, а как здорово, а как дорого, а какая красота. Ха-ха, ну зачем, скажи, шапка тебе?
вопрос неясный. Как пригласить козла? Я на базе 30-35, за тебя спрошу, поставить.
понуре у ворот замкал, у подножки скакал, подморозила дорогу, поскользнулся, люди могут, ну и лютая зима. Гав-гав приберу, я хозяин во двору. Гав и стало все в порядке, только холодно без шапки. Мяу-мяу, ничего не пани, мяу, девятнадцать, давай пять, нужно снова подождать. Thank you.
краски, по порядку. Вот этот пес мне шкурку дал гнилую. Она не стоит, в общем, ни гроша.